Как лечили зубы в средние века? Мало кому нравится ходить по стоматологам, леча свои зубы за баснословные деньги. Теперь это уже обыденность, но интересно, как это было в средние века? Как люди древности находили себе стоматолога, который исправит все их проблемы? Давайте разбираться. Такими же вопросами задались немецкие ученые. Они изучили останки деревенских жителей, живших с 5 по 9 век, и выяснили, что у них просто не было проблем с зубами. Но как, если в те времена никто за ними и не ухаживал? Во времена средневековья медицина полностью находилась под надзором церкви, которая признала хирургические операции, в том числе удаление и лечение зубов, занятием, недостойным образованного врача. Вышло так, что зубоврачебная практика оказалась в руках людей, весьма отдаленных от медицины – цирюльников, банщиков, ремесленников и даже палачей, которые в силу отсутствия должного образования не были способны развивать и совершенствовать стоматологические методы. Чаще всего лечение сводилось просто к удалению больного зуба.